Значит, на данный момент из 12 лифтов, которые у нас имеются, 10 лифтов уже работают, 10 лифтов работают, 2 находятся в подготовительном режиме, это полностью идут работы. Один лифт из незапущенных на данный момент меняется именно кровля, потому что идет затекание непосредственно на лифт, и это небезопасно. 12-й лифт идет монтаж. По 10 лифтам работают, лифты работают. Все, что связано с передачей там того или иного документа, это вопрос уже внутренний.